Сейчас я покажу вам чудо, но не просто покажу вам чудо. Вы узнаете, какие глаголы мы используем, когда говорим об огне, когда говорим про огонь. Часто эти глаголы вызывают трудности. Как вы думаете, может ли вода гореть? А можно трогать руками огонь? Это источник. Источник в степи, такой родник в степи. Но это необычный родник. Хотите, может, Попробуй. попробовать поджечь зажигалку? Вот мы берем зажигалку и поджигаем воду. Можно спичку зажечь и поджечь воду. Видите, вода загорается, начинает гореть. Чайник можно заварить. Прикольно, можно обед приготовить. Потрогать. Оп. Потрогайте. Вода горит. Эти источники здесь называют горящими артезианами. Дело в том, что под землей метан. Недалеко от поверхности и водяные пласты, и газовые пласты. И вода смешивается с метаном. Вот эту пену можно поджечь. Можно руку опустить прямо в огонь. Только ненадолго, конечно. Только если держать руку над пламенем, над огнем, можно обжечься, можно обжечь руку, получить ожоги. А руку в горящую воду опустить можно, вода не обжигает. Чудо, да? Это, кстати, Калмыкия, прекрасные калмыцкие степи. Перед уходом, перед тем, как отсюда уйти, мы огонь погасим. Вот мы гасим огонь. Мы погасили огонь, огонь погас. Вот такой волшебный огненный источник.